При назначении мы договорились, что спустя определенный промежуток времени, когда вы будете готовы, доложите, во-первых, о совершенствовании системы здравоохранения по всем направлениям и во всех проявлениях этой системы. Что больше всего волнует не только меня, но и общество в силу последних событий в системе, это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования. Самое главное – это работа без посредников. Естественно, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее. Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и болезнь нашего здравоохранения. В этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя. Второй вопрос – это производство собственных лекарств, импортозамещение. Помню цифру, мы когда-то считали, до 500 миллионов долларов мы тратили на закупку лекарств. Недопустимо много, тем более мы можем производить свои лекарства. И тогда была поставлена задача до 50% собственного производства. Мы достигли этих 50 и больше процентов. Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как в промышленности говорят, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой и производством лекарственных средств. Ну и по совершенствованию системы я вначале сказал, вы также тогда мне сделали намек на то, что нам бы надо было ее совершенствовать. Ломать ничего не надо. Ломать – это глупость полная. И вы, и все мы выросли на этой системе, но ничего не бывает раз навсегда данного, надо совершенствовать эту систему. Если у вас по этим и другим вопросам есть предложения, я готов их выслушать. Если они приемлемы, мы сделаем все для того, чтобы их реализовать уже в этом году.